Где бы вы ни были, мы рады вам на футболе. Привет! Георгий Черданцев и Константин Генич надеются, что вы не отключили комментарии. Постараемся сегодня рассказать вам что-нибудь интересное. Встреча таких команд не должна никого оставить равнодушными. Все внимание на поле. Это должен быть отличный матч. Очень ждем начала игры. На бумаге расклады перед этой игрой были фантастическими. Посмотрим, как это будет на поле. Нуну Мендеш. Мяч у Бутрагеньо. Может Салах забивать сейчас. Гол в самом начале встречи. Забит первый мяч. Дальше будет больше. Мог он несколько раз в моменте с голом отдать передачу. Но мне кажется, он прекрасно понимал, что поймал вот этот момент. Почувствовал уверенность в своих силах. И решил действовать самостоятельно. Взял на себя ответственность и забил мяч. Челси начинает с центра поля. Времени еще много, так что ситуацию можно исправить. Винисиус. Винисиус мячом. У него может что-то получиться в атаке. Не получилось у них атаку развить. И мяч у соперника теперь. Бутрагеньо с мячом. Прекрасная техника. Какое спасение! Очень здорово играет голкипер. Невероятная реакция. На вынос играет защитник. Мохамед Салах. Эрлинг Холланд. Без мячом. Лучший. Так переводится его фамилия. И это факт. Один из лучших футболистов в истории. А может быть вообще лучший в истории британский футболист. Шикарный момент. Что творит? А, какой сейв! И Хавьер Маскерано выносит мяч подальше. Не получается. Атака, перехват. Джоэлинтон. Мяч переходит в атаку. Есть пространство перед ним. Вратарь играет надежно и добирается до мяча. Отличное спасение голкипера. Справился даже под прессингом. Мало времени остается до конца первого тайма. Пока что хозяева проигрывают, пусть и с небольшой разницей, но все равно это не лучшее положение. Счет пока 1-0. Это не так много, чтобы уже сейчас делать выводы, кто сильнее. Уверен, после перерыва обе команды прибавят в атаке, и мы увидим более результативную игру. И на этом первая половина матча подошла к концу. Далее перерыв. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Хавьер Маскерано. Винисиус. И у соперника теперь мяч. Эмилио Буатрагеньо. Винисиус. Брайм Диас. Джоэлинтон. Штрафной у Челси. Винисиус. Они ждут свой шанс. Уверенно мяч держат. Сглазили мы их. Не получилось удержать мяч. Это Роберто Баджо. Мохамед Салах. За боковой оказывается мяч. Пасу немного не хватило точности. Все-таки получается перехватить мяч. Роберто Баджо. Фрэнки де Йонг. Это Бест. Винисиус. Мяч потерян. Винисиус мячом может пробить. И этот гол Челси возвращает ничью на табло. Повтор гола смотрим. Удачно расположился игрок. Практически в упор был нанесен удар. И голкиперу там очень сложно было что-то сделать. После ответного мяча у нас 1-1. Беллингем.
Хороший вынос, можно выдохнуть. Много еще играть, 10 минут. Времени не осталось почти. Если кто-то забьет сейчас, то точно выиграет. Эрлинг Холланд с мячом. Голкипер введет мяч в игру. Повезло им сейчас, откровенно. Тренер Челси решил, что сейчас лучшее время для замены. Маркос Рохо. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено. Фалькао. Радамель Фалькао. Ну, решай же! Заканчивается игра, счет ничейный, и Челси подает угловой. Штанга! Это Неста. Поиграл в Канаде. И все на этом. Команды сыграли в ничью. Какие у тебя мысли на этот счет? Матч полностью соответствует тому, что мы видим на табло. Иногда остается чувство недосказанности.